Ребят, всем привет! Сегодня вот воскресенье, число, честно говоря, не помню какое. Решил пройтись до залива. Это вот Колвицкая губа здесь, вот стоянка, вот и дорога Кандалакша-Умба. Там километровый столб, как всегда не посмотрел, какой километр. Здесь идет от стояночки такая тропиночка. Тропинка идет, ну как снегоходный след. Идет до самого залива. Здесь кто-то прям буксовал на снегоходе, пытался забраться в бугор. Даже вот в итоге, похоже, не забрался, а бурился вот здесь, копался. Ну да, тяжело было подняться. Сейчас снимаю первый раз в ветрозащите. Такой поролон на AliExpress продается, на камеру одевается. Там просто ветер был, я одел. И что-то... в общем, решил, что раз ветер, сейчас на заливе по-любому тоже будет ветер. Поэтому, думаю, одену. Вот сейчас вот говорю специально много, чтобы протестировать, как вообще звук идет через эту ветрозащиту. Здесь совсем прям недалеко. Вон он уже виднеется, кромка залива. Здесь дорога, на машине можно летом проехать. И прям вот туда поднимаешься. Ну, свободно, короче, даже на легковой моноприводной машине здесь заберешься. Но если с прицепом, конечно, лодку, то лучше какой-нибудь полноприводный, хотя бы паркетник. Потому что тут вот сейчас дальше будем спускаться. И там тоже такой нехороший подъем. Камни. Но многие сюда ездят. Здесь близко. И лодку здесь это спускают на воду. Так. Где тут? Что-то я уже забыл. А, вон он. Дальше там спуск. Сегодня прям погода теплая. Минус 3 показывает на машине. Ветра сильного нет. И солнце очень теплое. Начинается в Мурманской области потихонечку весна. Денечки уже длинные. Сейчас апрель начнется уже на следующей неделе. И все потечет. Будет таять. Надо успеть еще сходить на остров. Лупчо остров, на который я каждый год хожу. Дойти до него, пока лед еще не начал канал точить. А то там быстро тает. Канал напором бьет залив. Ну, кто там смотрел давно на канале, видели, я в прошлом году ходил на него, и позапрошлом году ходил на него. Это прям острова напротив Кандалакши. В заливе там, где улица Шпальная, Защитников Заполярья. Там прям такая легкая прогулка выходного дня. А то не успеешь оглянуться, как лед подточит каналы. Все, уже не доберешься. Так, что-то далеко уже я ушел. Думал, ближе. На машине, когда едешь, просто кажется прям близко. Так, вот там, наверное. Ну, надеюсь, снегоходы ехали тоже туда, и можно будет спокойно туда спуститься на залив. Кстати, снегоходный след какой-то узкий, либо на китайском динго ездили, либо это уже какие-то горные, что ли, я не знаю. Но узкий след и гусянка узкая.
Ну, что-то никак. Не дойдем. Ой, как на машине, когда ездишь, кажется, что прям близко. Зайчики тут прыгали. Точнее, один. Свеженький след. А вот, наверное, вот за этим поворотом. Сейчас мало куда пройдешь пешком, поэтому каждый такой моментик, где можно немножко хотя бы прогуляться по лесу, надо использовать. Немножко вон воды выдавило. В заливе, наверное, прилив. Блин, далеко так оказывается. Ну вот, наверное, вон та прогалина. Солнце вон залива идет. Это и есть поворот к заливу. Сейчас уже почти дошел. На лыжах, кстати, кто-то тут тоже ездил. Ходил. Ну, солнце, конечно, шикарное. Вот иду без перчаток. Руки даже не мерзнут. Вот он, поворот. Но туда только, я смотрю, на лыжах кто-то ходил. Снегоход туда почему-то не спускался. Кстати, снега не так много. Здесь, видно, сдувает все. Хотя вот проваливаюсь прям по колено. Да по лыжне, наверное. Хорошо идти. А вот в сторону чуть. И все. Странно, что снегоходчики не выезжали. Я думал, они тут на рыбалку ходят, ездят. Оказывается, нет. Да уж. Красота. Такая даль. Солнце. Но ветер. Ух, какой ветер. Вот. Против солнца, не знаю, видно, что не видно. Рыбаки там сидят вон вдали. На середине прям. И вот такая вот. Здесь красота. Сопка такая прям обрывистая напротив. И дальше уже прям тундра там начинается. Ну, высота из-за того, что ничего не растет. Из птиц пока только вороны слышно. Больше никого. Здесь открытой воды нет. А на канале уже чайки прилетели сутками. Ну ладно, все, отключаюсь. Всем пока, до новых встреч. Такое коротенькое видео. Удачи!